Валентина со дня на день станет мамой. Преодолевать трудности она научилась сама. Позади приличный стаж зависимости от наркотиков, приобретенная ВИЧ-инфекция и месяцы за решеткой. И только диагноз будущего ребенка стал для женщины настоящим ударом. Понадобилась профессиональная помощь. Жидкость не отходит, как должна отходить. То есть спинномозговая жидкость, она должна циркулировать, передавать полезные там вещества дальше и обратно возвращаться, да. Тут она уходит, но уходит очень медленно. Но врачи говорят, что будет все нормально. Говорят и делают. В областном перинатальном центре Валентине, как и тысячам других женщин, помогают вести беременность. Для этого он и создавался. Первые сложные роды здесь приняли ровно 8 лет назад. Это пациентки высокой группы риска, то есть они угрожаемы на материнскую смертность, на младенческую смертность. Это и пациенты с пороками развития. И вот в тесном взаимодействии работы психологической службы именно в составе вот этого консилиума перинатального хорошо получается разрешить проблемы, потому что иногда пациент не всегда понимает сложность ситуации. И здесь важна работа между врачами, акушерами, гинекологами, между психологической службой. Психологи активно подключаются к спасению детских жизней. Они помогают избавляться не от ребенка, а от идеи аборта. Задача специалистов – сохранить деток и сделать их желанными, настроить маму на вынашивание плода и успешные роды. Беременность меняется и становится кризисной, когда случаются какие-то жизненные обстоятельства, внешние, да, или внутренние, то есть различные диагнозы у женщины, у ребенка появляются во время беременности, повышаются риски детской или материнской смертности. И врачи, конечно, хотят довести женщину в беременность, чтобы родился здоровый ребенок и женщина осталась жива и здорова. Сегодня психологи работают не только с мамами, но и с врачами, ведь лечение должно быть правильно воспринято. Если в 2012 году у нас было 30 психологов по области, то на сегодняшний день это около 70 психологов, которые находятся в женских консультациях и перинатальных центрах разного уровня. И работа в связке идет на пользу. 10 тысяч кризисных беременностей с рисками осложнений завершились счастливым материнством. Оксана Маклакова, Евгения Лемесева, Антон Лимонов. Главные новости Екатеринбурга.